Сталин, директору школы Регине Павловне и Анне Чонок. Дорогие ребята, наши выпускники, уважаемые родители, уважаемые коллеги, сегодня школа проводит свой 12-й выпуск. Так что вы у нас по счету 12-е, закончившие Ингельсенскую начальную школу. Сегодня, ребята, для вас очень торжественный день, потому что вы получаете свой первый документ об окончании 4 класса начальной школы. Это первая ступень в вашем образовании. А дальше вы продолжите учебу в 5 классе. И я очень надеюсь, что вы закончите не только 9 класс, вы обязательно получите среднее образование, потому что сейчас нужны образованные люди. И продолжите свою учебу. Каждый человек должен совершенствоваться и расти. Я очень надеюсь на то, что вы получили хорошие знания, которые вам помогут успешно продолжать учебу в 5 классе. И вы порадуете себя, нас, учителей, и своих родителей своими хорошими успехами. Потому что вот, ребята, все выпуски, которые выходили из нашей школы, мы за всех ребят получали только спасибо, в каких бы школах ребята не учились. И мы очень надеемся, что ваш выпуск также будет достоин похвалы и обучения в других школах. Я желаю вам, уважаемые родители, бабушки и дедушки, которые так много сил, терпения, настойчивости приложили для того, чтобы ваши дети сегодня подошли вот к этому своему первому рубежу. Я желаю, чтобы дети вас радовали, чтобы они были добрыми, чтобы они были отзывчивыми, чтобы они платили вам любовью за вашу любовь. Ребята, помните, что семья ваша – это ваш дом, самый-самый большой главный дом. И родители хотят видеть вас опору и поддержку в будущем. Поэтому вы должны быть достойны своих родителей. Я желаю вам хорошего сегодня выпускного. Я желаю вам успешного поступления в 5 класс, хорошего летнего отдыха и вообще успехов в вашей дальнейшей жизни. И спасибо говорю нашим учителям, которые приложили так много сил, стараний, умений, которые душу свою вам отдавали и делились вот своей теплотой. Я думаю, что вы будете помнить нашу школу и наших учителей. А мы всегда будем вас ждать. Вы для нас дорогие, любимые, самые хорошие и желанные. Итак, сегодня мы расстаемся с теми, кто был с нами вместе 4, казалось, поначалу долгих 4 года, а оказалось, они пролетели очень-очень быстро, незаметно. Единственное, что изменилось, это наши дети выросли, это наши дети получили знания, стали умными, я надеюсь, и очень-очень серьезными и ответственными учениками, достойными продолжать наши хорошие традиции нашей школы, и которые никогда нас не подведут. Ну и, конечно, я не буду говорить о том, что нам всем очень жалко расставаться, но, тем не менее, вот школа – это такое учебное заведение, где ничего и никогда не бывает вот застывшим, постоянным. На смену вот этим четвертым приходят, они уже теперь пятиклассники, на смену вот этим ученикам приходят новые. И вот эти новые ученики, им просто не терпится заявить о себе. Сказать, что теперь они главные в школе, сказать, что они уже тоже 4 класс. Вот они стоят под дверью и ждут.
зал и поздравить самыми первыми своих товарищей. Итак, третий класс идет, чтобы поздравить своих учащих, своих близких, самых близких друзей и товарищей. Пожалуйста, Галина Михайловна. Дорогие выпускники, 4 года назад вы были смешными малышами, а когда вошли впервые в светлый класс, получив тетрадь с карандашами, за парту сели первый в жизни раз. А сегодня закончен последний урок, последний звенит в коридоре звонок. Вы сумки под мышку, и мчитесь в припрыжку, и дружно идете за школьный порог. А там за порогом листвой шевеля, качаются клёны, шумят тополя. И где бы ты ни был, куда бы ни шел, каких бы ты новых друзей не нашел, помни о нашей уютной и маленькой школе. Добрый путь! Классов какие-то красивые слова.